задание, вам необходимо собрать себе команду. У вас девчонки, у вас клубы, пацаны, мальчишки, желательно совершеннолетние. 9 человек, 9 человек, 50-й капитан. Понятно? 9 клубов, 9 девчонок. Вперед, собираем. Итак, дорогие мои, у нас все здесь все сделано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, еще один. Еще один. Можно вас? Да, пожалуйста, ничего делать не надо. Ну ты прям. Вот, вот умничка, ты как любил. Итак, дорогие мои, вы уже догадались, у нас команда невесты, команда свидетельницы и гурочки, и команда жениха, и то бишь свидетелей Димы. Итак, ну понятно. Первое маленькое задание. Самое главное, чтобы зрители знали, за кого болеть, за кого кричать, придумайте себе название и хором мне его скажите. Быстренько посоветовались и название придумали. Название своей команды. Yeah.
держим. Держим. Итак, как только начинается музычка, вам необходимо пронести монетку вокруг горшочка и вернуться на одном пальчике. И вернуться, передать уже двумя пальчиками монетку другому опять на один пальчик. Если монетка падает, вы делаете штрафной круг. Хорошо. Чья команда приходит первая к старту, получает 2 балла. Пока 1-0 будут у невест. Приехали! Поехали! Я обожаю.